тогда начинаем. Я обещаю, ты будешь в восторге. Чё, зря я, наверное, я не хотел так. Я хотел просто ее чуть-чуть припугнуть. Я не думал, что все обернется так. Я не хотел, чтобы она в воду падала. Я просто хотел, чтобы она немножко испугалась и все. Видимо, я перегнул палку. Она простыть может, не думаю. Не думаю, что в этой игре она сможет простыть. Я не думаю, что это понизит ее выживаемость за на следующие 8 часов. Черт, олень. Не надо было бросаться камнем. Вот не надо было бросаться туда. Так и знал. Что, возьми. Ой, кто-то у нас съел оленя. О, это явно не... Вот это явно уже не приколы. Это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. Убить, поддержка, поддержка. Фак. Ну давай. Боже мой, бедняжка. Потерпи. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже недолго. Олежек, потерпи. Ну потерпи. Ты сейчас все. Уже недолго. Беги! Беги! Спасайтесь, люди! Я не знаю! Там мостик! Сюда! Адский сатана! Медведь! Это медведь! Смотри! Смотри! Срезать путь! Чувствую, зря срезал. Бегите! Помочь ей! Вставай, скорее! Сейчас! Май, найди ключ! Открывай! Боже мой! Еще бы чуть-чуть! Что? У меня все было под контролем. Иди ты! Да, да, все 100. Все 100. 110. Мы спаслись, ребятки. Кошмар, я как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. Это медведь? Ага, наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не расклетила. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. Ну да, они откроют машины. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. Ну, к тому же ключ у нас. Ладно. Будем считать, мне почти полегчало. Но почти. Света нет, конечно. Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А, ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Может, развести. Нам не нужен огонь, чтобы согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потрёмся друг от друга и разогреемся как следует. Майк? Да. Камин и уютный свет. Да, миляди. Ну давай, я же... Вот. Да, вот. Это сойдет за уютный свет. Дрова вроде как здесь. Так, дрова готовы. Теперь спичку бы. Или зажигалку? Идем искать зажигалку.
Я вижу, тут что-то светится, но я хочу еще поискать. О, Джесс! Хотелось бы. Глянь сюда! Что, там огонь? Средство самозащиты! Круче! Средство самозащиты. Испугать, показать. Смотри, какая пушка. Мы ее достаточно напугали. А? Как тебе? О, господи. Ну почему мужики так дуреют при виде оружия? Нет? Глупой женщине этого не понять. Столько окон, всего два окна, кстати, в этом домике. Чтоб свет был. Ну, или три окна. А вот, проскочил. Сказки, если мифы коренных жителей Америки. Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Джозеф Малек. Медведица... что, что, я не хочу... Если телефон поддерживает, по-моему, можно. Медведица вернулась. Она в ярости напала на торговца. Он сумел бежать, прихватив с собой Майкл, шкуры. Майкл, ты же огонь разжигаешь. Это не увидел могучий орел. Ну сколько можно торговца. Еще время тянуть? Да я книгу читаю. Видать, не только нам пришлось встретить жутких местных медведей. Мне от этого нисколечко не легче. Понятно. Есть. Да будет свет, сказал электрик. Черт, надеюсь, надеюсь, эти... Не генератор, как надо, пробки работают. Видимо, нет. Что там, Джесс? Что ты делаешь? Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты все сломал. Да, да, это я просто виноват. Контакты замкнуло. Это у тебя контакты замкнуло. Ханна с кубком за третье место на школьных соревнованиях в 2014 году. Ну да, это же их семейный домик, естественно, тут должны быть. Пусть это охотничья хижина, но тут должны быть какие-то фотки. Тут у нас ванна имеется. Посмотрим, есть ли что-то стрёмное здесь. Тут так холодно. Чёрт, чёрт. Отвали, отвали. Вот дерьмо, дерьмо. Ну что там могло быть? Спокойно. Это просто, черт возьми, что такое псих? Это просто, просто шторка. Неудобный чат, ну я не знаю, как по мне, хоть что на Твиче, что на Ютубе, абсолютно одинаковый чат. Не вижу разницы, так же работает. Не понимаю, что там на Твиче такого, ничего там нет. Ладно, хорошо, забьем на Twitch. Не знаю, просто у меня очень много негативных эмоций связанных с Twitch. Камасутра! Редактор Том Хилл, очень вовремя. Что же, что у нас в Камасутре? Вот это да! Молодцы, ребята. О-о-о. Вряд ли я готов к такому продвинутому геймплею. Продвинутый геймплей? Черт возьми, где спички или зажигалки? В этом доме вообще что-то есть, кроме того, что я уже видел? Может, на кухне что-то? Прикольно, когда герой подходит к камере. Может, у тебя зажигалка есть? Я ничего не нашел. Потеряла? Майк! Что? О, черт! Что? Да где он? Телефон! Что? Что такое? Он потерялся. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Телефон! Мой телефон, Шерлок! Что, нету? О, черт, дура! Наверное, в снег выронила. Да. Жопа. Если я его не найду, родаки, меня убьют. Но купишь другой? Да это уже четвертый за год. Ладно. Ладно.
Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. Ага, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Ладно. А еще я из-за тебя вся мокрая, как курица. Ясно тебе, о, придурок? Черт, ну да я знаю, я виноват. Ну, прости меня, Джесс. Наверняка он упал в воду и теперь даже не работает. Так что какая разница? Эй, я заглажу вину. Обещаю. Такие, как Джесс, теряют 4 за год, ребят. Я знаю, у меня одноклассницы были, которые тоже теряли кучу телефонов. О, спички нашлись. Они всегда были под рукой. Nokia кнопочная. Американцам кнопочная Nokia не годится, только айфоны. Сейчас самое время поупражняться в остроумии. Ну что, зажжем тот? Да, я знаю, я виноват. Не надо было, я дурак. Да. Откуда я знал? Давай. 1-0. Я веду. Гори, очень гори, мило. Ясно. Ну, браво. Ну вот, миледи, чего вы еще изволите? Знаешь, а вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. Черт. Ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока. Поддержка, флирт, поддержка. Я что-то не так делаю? Да нет, нет, я думала, ты вот такой, а ты другой. Понимаешь? То есть, ты тут не виноват. Я сейчас постараюсь выйти за дверь. Ты мне нравишься. Просто дай мне возможность, и уж поверь мне, тебе не придется об этом жалеть. Просто тут диалог я не могу. Что ж, я люблю уверенных. Майк, ставни. Что ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, 100% кто-то смотрит. Ну, хватит. Мне реально не по себе. Ладно, пойду закрою. Черт, возьми, ребят. Я не уверен, что я хочу искать телефоны на улицах, ребят. Вам не кажется, что это как минимум опасно? Вы, кстати, выйти на улицу нельзя, если что. Посмотрите, дверь не открывается. Закрой ставни, пожалуйста. Слышишь? Сейчас скример будет. 100%, я уверен. Давай, давай, открывай. Все, закрыли. Вуаля, ставни закрыты. Так, на чем мы остановились? Извини, прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но как ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная и сексуальная штучка, но, если говорить честно, ну, я немного комплексую. Сеанс психолога, может быть? Ребят, я не могу выйти за дверь, вы сами видели, нельзя. Может быть, надо было раньше выходить. Пренебрежение, комплимент. Джесс! Это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. Ох, ты просто не знаешь. Да, я знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. Мне кажется, я зря это сказал. И не только внешне. На самом деле. Да. Ну, не зря, нет, нормально. Вот, и это суперсексуально. Зашло. Правда? Конечно, очень. Иди ко мне. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Да я вообще только этого и жду. Давай, посправляйся. За нами тут следят.
О, смотрите-ка, у нас что-то получается. Майк? Что это? Я не знаю. Ну так выясни. Быстро, давай. Черт. Это чертова музыка. Так, тут ничего. Перманент уже хорошо. Это что-то в спальне. Телефон. Твой телефон. И пробитое окно. Что? Ах, как это мой телефон? Я не знаю. Ну там окно пробили. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Эй! Вы, уроды! Я к вам обращаюсь. Я знаю, что... Помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться по полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем! Дверь закрой, а! Да что ж такое? Отойди от двери! Отойди от грёбаной двери! Это они с нами разговаривают? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Эшли. Эшли! Что же, пойдем в библиотеку, надо все узнать. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Может быть, да, и зря. Мы приехали поддержать его, а не духов вызывать. Черт, беги! Ах ты! Вот жесть! Но кнопка появилась. Так что все не так плохо. Что? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Давай попробуем. Секретный проход. Что о, же у нас здесь? Стена отъезжает. Взрыв мозга. Такое ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как, в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом. Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Да, мы вперед. Не-не-не-не-не. Ты иди. Крис. Вот, спасибо. Мы снова играем за Криса. О, тут камера. Кто же решил меня поснимать и паучка показать? Что? Это что? Что ты нашел? Я не знаю, ее перевернуть, что ли? А, все, перевернулась. Найдем лика. Я выпущу из них кровь, как из свиней. Я сорву с них белую мягкую кожу. 16 долбанных лет. 16 лет я ждал встречи с крошками Ханной и Бет. Охренеть. Забота. Здесь ничего нет. Честность. Смотри, честность. Так, Эш, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, надо что ей показать. Это... Кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, да. Это письмо. Покажи-ка мне. Это угроза? Крис, все серьезно. Надо найти Джоша. Прям сейчас. Мы тут не все, мне кажется, исследовали. Должно быть что-то еще.
Ладно, пойдем искать Джоша. Интересно, где же засранец? Где же засранец спрятался? А как вообще я могу куда-то пройти? Нет, эта дверь не работает. Серьезно, как вообще тут выйти? Я не понимаю. А вот. Что это? Что ты делаешь? Что-то есть. Свет внизу. Ты видела? Да. Генератор-то не включен. Странно. Может пойти проверить низ? Нет, генератор ведь включен. Кто-то правда охотился на Ханну и Бет? Видимо, да. Если так, то это просто полная жесть. Пойдем наверх, больше ничего нет. Вроде бы. И да, попа, которую вы так любите. Что-то он застрял. Знаете, мне этот дом не нравится тем, что в большинстве случаев непонятно, куда идти, очень темно, и под темно, то есть я не вижу вообще, где здесь и куда идти. И я не знаю, что мне еще не нравится в этом доме. Все остальное просто отлично. Смотри. Футляр от очков Ханны. Ладно, давайте возьмем снова его открыть, кстати, нельзя. Нет? Что-то, походу, нет. Я в курсе, что вся игра темная. Ладно, я думаю, да, посветлее стоит сделать, потому что реально ничего не видно. Но я не хочу слишком ее осветлять, потому что я знаю, бывает, слишком игру осветляют и играют просто, знаете, в экране залитым светом. Немножко осветлить, да. Правда, я не знаю, куда идти все равно. Это не то, что это не особо помогает. Нет, серьезно, в доме могли бы придумать указатель. Ребята, вот вы не считаете, что непонятно, куда идти? Отсюда мы пришли. Тут тупик. Тайный проход. За с кресла пройти нельзя. Попробуем повторить. Тут, вот тут явно. Вот это большая комната. Должен быть выход, ребята. Это, так сказать, канализация. Но самое логичное, это выход с лестницей наверх. Но она никуда не ведет. А, вот у нас тут есть проходец. Фух, пожалуйста, проход, веди куда-нибудь. Красивые портреты индейцев. О, фух, слава богу. Спасибо, ребят, да, рад, чтобы с вами не расходить, чтобы со мной не расходить, стрим еще долго. Хочется пройти эту игру. Думал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. И что же вы видели?